На этом, на красивом Рангеле, кстати, прикольная каточка. Можно будет на YouTube залить. Прикольная каточка получилась. Я как будто бы не первый совсем лечу. Ну ладно. Нифига, куча народу тут. Чел на второй этаж у меня. Ну, не повезло с ганом. Не контрится. Ты это нельзя назвать убил. Я говорю, это не контриц. Просто с пушкой не повезло им. Ладно бы в каком-то честном файте. Как раз компенсик нашел. Я где-то в правом еще доме был чел. Надо будет посмотреть. Где-то вот здесь. Ну, в самом правом. Где-то здесь. Че это? На балконе, что ли? Ой, я вот этого типа могу убивать, который там стоит сейчас. Он у меня будет full vision на него. Но нет. Не попал с первой в голову. Ужас. Он сюда смотрит. Ошибка. Типа на второй этаж в большинстве случаев ошибка падает с этого дома. Типа ты просто ганов не находишь. На первом этаже у тебя получается стол, кухня, тут. Там, справа, слева, везде. Ты можешь... Просто если тут в центре не нашел, куда-то здесь по-любому пушка будет. А на втором этаже вообще пушек. Вот здесь вот все пусто. В большинстве случаев, в толчке тоже в большинстве случаев пусто. Единственное место, где ты можешь найти, это вот здесь вот где-то. Все. Я вот тут вообще редко просто пушки встречаю. Поэтому... Типа, на второй этаж падать такое. У меня постоянно, кто на второй этаж падает, типа здесь, в гадке, они все умирают. Потому что ты с первого этажа сразу же... Типа пушку лутаешь, и ты успеваешь подняться на второй этаж, уже перезарядившимся. И все, и типа Unreal получается. Поэтому нахер второй этаж. Лучше уж упасть на первый, либо, если видишь, что перелетать, другой дом взять. Что реально, сколько я на первый этаж падаю, я всегда с пушкой.
Ну, даже какой-то пистолет просто да найдешь. А что, надо мост ехать перекрывать, да? Даже зона на мосту. С кайфом. Поехали сразу. То есть там народу куча поедет. Все как-то с этой стороны, как будто бы большинство людей. Мы сейчас с кайфом там налутаем. На мосту. Когда законнектитесь, рек и я. Это все от него зависит, ребят. Типа я сам-то и не проще поиграть, а вот ему надо ли это или нет. Скорее всего, нет. Где куртку взять? Такое-то партнерское, ее нигде не взять. Только партнером надо быть. Всегда первый падаешь, вот ты с пушкой. Ну да. Вторая, чел бежит. Надо убить. Ну мы сейчас скоро будем с Винни играть очень много. Кто знает, мы будем партнерский челлендж дуо делать. Тачка. О, этого тоже надо убить. Игнат. А, нет, Игнджат. Что за Игнджат? Игнджат. Ошалеть. Ты имя такое Игнджат? Игнджат. Ну, как будто бы тут прям опасно стоять, не? На этой стороне моста. Как будто бы мне хочется переместиться куда-то чуть дальше. Он жесткий, да. Винни жесткий, чел. А там надо 40 топа взять. Ну вот, и он пригласил поделать вместе. О, нифига ты. А, я же хотел, кстати, эту синюю кровь поставить. Так, что-то не поставил. На глайдере летит, что? Шаман тоже партнер, да? Сколько времени на 40 топов? А я даже не знаю. Детали, которые я не уточнял. Он, типа, побежит или поедет, или что он там вообще делает? Мне что-то просто интересно. Ну, по этому мосту должно до хрена народу ехать за синькой. Поэтому я буду за синькой здесь торчать еще до тала. Должны ехать. Я этого чувака спугнул еще, блин, вот я ошибку сделал. Он бы сел в тачку, просто поехал бы. Скорее всего. А теперь хрен знает, где он. Он куда-то просто направо убежал, и все. Его нет. Блин, там еще стреляются, типа, там реально много поедет народу еще. Так что мы сидим, ждем. Так, там кто-то ехал, что-то видел. Ага, вот это он бежит. Тачка едет через него. Он садится в тачку, едет. Все, с кайфом. Блин, не люблю через левое плечо стрелять, на самом деле. Но выбора нет. Так, и там еще тачка ехала.
И он когда начинает стрелять, так страшно становится. Вот когда ты едешь по мосту, ты не знаешь, типа, ну, не видишь, короче, людей. И ты просто, короче, тебе так страшно становится, когда по тебе первый шот, такая тишина, и просто потом бам, вот так вот получается. Ошибка. Он ехал, выпил, это был последний глоток его. Неплохо. Интересно, еще поедут или нет? Блин, 19 лайф осталось, офигеть. Все, наверное, я больше не буду ждать никого. Хотя должны, по идее, еще ехать. Еще. Давайте подождем, пока зона пойдет. Потому что там что-то много народу стреляло, когда я ехал. И они, типа, должны были отсюда поехать. А поехало всего, получается, 2 человека. А, ну еще шар, конечно, улетал. Ладно, в общем. Не забывайте, ребят, лайки прожимать, это очень важно, кто на ютубе смотрит. Горный какой-то там сидит. Каков шанс, что у меня здесь есть чел? Мне кажется, очень велик. А, его убили, понял. Фух. Теперь у меня тут и лут есть, и берил есть, найс. Берильчик я хочу взять. Блин, у меня, кстати, не было каток с Драгуновым вообще от слова совсем. Это он где-то ниже. Блин, надо брать болтовку нафиг. У меня что? Нет, не буду брать болтовку. То есть, чем больше лайков, тем больше шанс, что я в рекомендации улечу. А если я в рекомендации улечу, то вам будет веселее сидеть. Да, он издевается, короче, да, типа? Или что? Хватит на сегодня телевизора тебе. Шалун.
Это и касается и роликов тоже. Вот вы когда ролик смотрите, вам же не впадло лайк поставить. От вас не убудет. Просто лайк поставили и все. Если чекаете, это просто секундное... Секундное какое-то мгновение. Это чел? А, это труп. Все понял. А кто его убил? Это секунда времени просто занимает. Даже меньше. Не устал от PUBG? Да нет, не устал, ребят. Че бы я от PUBG устал? Там кто-то прыгает. Да, там есть. Он что, мост закрывает до сих пор или что? Понять не могу. Челси уже здесь. Ходи. Блин, вот иногда просто смотришь и замечаешь какое-то изменение просто в карте. Вот он здесь сейчас бежит. Вот он. Типа ты просто замечаешь, ну, типа статичная картинка, и где-то что-то мелькает. И ты все, и ты сразу типа ловишь триггер и, ну, соответственно, понимаешь, что это чел. Ты чел должен по опену где-то на меня идти. Ну, это мой фраг должен быть. Где-то должен спрыгнуть, по идее. А вот он бежит. Потом должен, по идее, спрыгнуть будет. Хорошая память, ребят. Спасибо. Так, перелез. Хорош. Побежал направо. Я вот сейчас я его типа потерял немножечко. Где он там побежит? Он вот здесь побежит. Вот он бежит. Фу. Спасибо, ребят, за поддержечку. Мопед еще едет из зоны. Че? Куда? Привет. Попробую стримить в режиме шортс. На такие стримы залетают совсем новые люди, и часть новых людей становится подписчиками. Точеный, спасибо большое. Спасибо за сотку. Нет, это фигня. Удержание не работает. Тут, типа, нужно разбираться в тонкостях Ютуба, поэтому шортс — это ошибка стрим. Вам в зону не надо, молодой человек? А у него там есть зона, понял. Тут просто дело такое, что ты можешь какую-то одну фигню вот такую сделать и потом в рекомендации долго не залетать. Самое главное на Ютубе — это в реки вылететь. И все. И тогда у тебя будет все нормально. Блин, где он меня видит? А, понял. У тебя сейчас бежать надо будет сюда, чел. И что? Чел наверху смотрит. Ого! Неплохо стоя стреляете. Молодой пчелодой. Блин, ну это чел еще с пуликом тут. И это, конечно, прям... Летально может все быть. А на горе есть зона? На горе нету зоны. Не около 17 тысяч часов, а уже
17,5, наверное, тысяч часов у меня. Я не слежу уже давно за этим. Он бежит. Эх, блин. Самое грустное, что может быть, когда остается какой-то снайпер, а у тебя нету броника. И ты такой, ну, what the fuck. И тебе надо будет пробегать сейчас full open под него. Да, это, конечно, очень плохо, то, что у меня брони нет. Кто-то может сейчас зарешать просто, он мне может просто в тело выстрелить и все. И этот чел должен куда-то сюда, по идее, подходить, который с пулеметом был. Ну, должен сюда прям подходить. Поэтому я должен быть где-то сейчас у него, скорее всего, тут выходить. Главное не дать ему закрысить себя. То есть, по идее, я могу сделать так. Если он пойдет, я его услышу. Бустает KFC. Бустает KFC были уже. Сейчас в честь 7-летия игры бусты. А, понял, этот чел убежал вообще далеко направо. С пулеметом, который. Ничего себе, он сротировался. Он был здесь, а убежал прям на другой конец. Ошалеть. Неплохо. Ну, в теории мне можно подняться сюда, на этот край, сыграть слева от этого края, закрыть чела снизу, который пойдет. И потом у меня останется, ну, вот там двое и справа один. И останется вот только этот пулеметчик. И все. Все, он убивает чувака здесь, сейчас должен побежать. Он бежит, я его убиваю. Теперь он должен как-то через лево идти, по идее. Через право ему уже не дам я. What the fuck? Так можно было, что ли? Блин, ну это, конечно, unlucky то, что я так сделал. А, это последний был, тот от зоны сдох. Все, понял. Хорошая каточка получилась, в принципе. Может даже на YouTube залить. Очень много моментов таких, где я должен был умирать, но не умер. Нормально. Прикольно.